Со всей республики поступают сигналы о том, что маски в аптеках либо сильно подорожали, либо пропали вообще. В рейд отправились активисты народного контроля и с ними наши коллеги. Комплект из трех медицинских масок за 60 рублей купила жительница Новочебоксарска. Причем приобрести маски можно было только в комплекте. Штучно продать товар в аптеке отказались. Об этом женщина рассказала на своей страничке в соцсети. В то время, как военно-космические силы России бороздят просторы Китая, вывозя наших соотечественников с территорий, захваченных коронавирусом, а руководство страны прикладывает максимум усилий по защите граждан от этой опасности, в это же самое время новочебоксарская аптека зарабатывает свою 1000% на обычных медицинских масках. Комплект из трех штук только в комплекте продают за 60 рублей. И это когда коронавирус еще за тысячи километров от нас. А в городских больницах введен масочный режим. Интересно, насколько взвинтят цены, если новый вирус доберется до нас? И кто следит за ценообразованием на копеечные, но такие важные средства защиты? Президент страны заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на защитные маски из-за коронавируса. По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, некоторые аптеки уже взвинтили цены, причем кое-где в 100 раз. Как обстоят дела в столице Чувашии, отправились выяснять члены общественной организации «Народный контроль». Везде задавали один и тот же вопрос – есть ли в аптеках маски и какая у них стоимость? А маск, к сожалению, нет, закончились. Был ажиотаж на маски, разобрали, брали по 50, по 40 штук. Цена была 4 рубля, и поэтому у нас прям разобрали полностью. Хотели закупить, поставщиков нету, к сожалению. И вот то, что у нас сейчас масок нет, мы всем рекомендуем оксалиновую мазь, противовирусное средство, 50 рублей стоит. В другой аптеке города ситуация иная. У вашей аптеки маски есть? Да, есть. Покажите нам, очень рады. 26 рублей 3 штуки стоит. Проверяющие интересовались и наличием препаратов, которые должны быть в аптеке по постановлению правительства страны. В том числе интерферон бета, рибавирин, лопинавир. Их члены народного контроля тоже искали в аптеках. Одна из покупательниц случайно услышала разговор. Маргарита Гордеева – бывший врач-инфекционист с 30-летним стажем. И, по ее словам, таких лекарств в общем доступе быть и не должно. Это препараты, которые назначаются только с целью лечения, но не для профилактики. А это такие больные будут находиться только в стационаре. И требовать вот от этих аптек в розничной цене их не должно быть. Как бы там ни было, ни в одной аптеке этих препаратов общественники так и не нашли. Теперь итоги мониторинга и свои замечания народный контроль направит в Роспотребнадзор, наш Минздрав и в Москву. Остается надеяться, что в самое ближайшее время меры будут приняты, и все необходимое появится на прилавках и по доступной цене. Юлия Важенина, Владимир Синдеев, Республика.